Самую масштабную зарядку провели в китайской провинции Хэнань. Утренний флешмоб собрал около 50 тысяч человек. Все они одновременно занялись тайчи. Это национальная гимнастика и боевое искусство, зародившееся в древности. Форма участников пестрила различными цветами. Каждый из них символизирует отдельный регион. Для такого группового занятия понадобились улицы, стадионы и парки. Ну а с высоты птичьего полета можно было разглядеть символ женского и мужского начала инь и янь.